гарною наша шкіра повинна бути щодня. Але якраз на свята ми хочемо виглядати особливо. Як же досягти такої мети, знає косметологиня Наталія Антонова. І, Наталочка, я, як завжди, дуже рада тебе бачити. Бо насправді, знаєш, от, коли дивишся на жінок, як вони виглядають, але насправді вони не можуть показати це своїм прикладом, то якраз у тебе все навпаки. Ти завжди гарно виглядаєш і можна от саме твоїм прикладом показувати іншим, як же треба робити так, щоб так все і було насправді. Так? Тож, дуже рада тебе бачити і хочу запитати, що нам потрібно робити і кожного дня, і так, щоб на свята ми виглядали ну, просто неймовірно дуже гарно. Я тоже очень рада видеть, Юленька, и быть у вас в студии. Мне очень приятно, что вы меня приглашаете. Что первое можем мы рассказать телезрителям, это то, что, конечно же, ежедневный уход и ежедневный труд, только эти два фактора могут привести к идеальной коже ежедневно, да? То есть, чтобы видеть свое отражение. Что же такое здоровая кожа и как она выглядает, так? Это, в первую очередь, нормальная кожа, которая не склонна ни к сухости, ни к жирности. А в один миг она такой не может стать. У нас у всех есть какие-то проблемы. Летом солнышко, зимой отопление. Они в такие факторы пересушивают кожу. Соответственно, первое, что мы можем сделать, это ежедневно за ней наблюдать и ежедневно ее умывать правильно. Давайте поговоримо об этом. Тобто нам потрібно з'ясувати, які ж де є недоліки, і виправляти згідно з тим, що зараз з нашою шкірою робиться не так. Так? Але ж ну, про свята ми ж теж поговоримо. Нам хочеться знати, як же так за, не знаю, там, за добу покращити свій зовнішній вигляд. Взагалі це можливо? Это очень даже реально, и даже за один раз, за одну процедуру можно себя привести в порядок, немножко осветлить лицо, чтобы оно стало наконец-то сиять. Вот. Идеально, конечно, записаться к косметологу, но если такой возможности все же нет, тогда можно воспользоваться просто подручными средствами, которые есть дома. Так, ну, трошки про це, добре? Да, давайте. Для того, чтобы кожа сияла, мы в первую очередь должны ее хорошенечко умыть, потому что сияющая кожа, она правильно отражает свет от себя. Каждый день мы умываемся, ну, в лучшем случае смываем макияж, ложимся спать, какие-то факторы влияют, ее пересушивает, она жирнится и так далее. То есть в первую очередь нам нужно умыться. Первое, что мы будем делать, это умываться. И самое главное, нам умыться для любого типа кожи так, чтобы липидный слой, липидную мантию, которая защищает нашу кожу от всего на свете внешних факторов, да, мы аккуратненько должны умыться, чтобы ее не разрушить. Это может быть молочко, это может быть гидрофильное масло, мейкап ремувер, то есть то, чем мы протираем кожу и снимаем вот грязь, то, что накапливается на ней на улице, то, что как бы откладывается кожным салом там, и так далее. То есть умываемся аккуратненько и смываем весь макияж. Да. Но на этом этап очищения нашего не заканчивается, потому что если мы на этом этапе закончим, то как бы смысла делать какую-то маску сияния нету никакого абсолютно. Потому что на нашей коже после 25 лет откладываются отмерши такие вот клеточки, которые сами, к сожалению, никуда не деваются. Почему лицо становится тусклым? Потому что, вот, к сожалению, где-то они остались, где-то они не остались, где-то их вытерли, где-то не вытерли, и лицо становится таким неравномерным, и оно не сияет. Чтобы оно все-таки сияло, нам необходимы какие-то более глубокие средства очистки. Это можно подобрать по типу кожи или по возрасту. Это может быть гамаш, пилинг, энзимный пилинг домашний, который очень будет щадящим. Это то, что не разрушит липидный слой, но тем не менее уберет отмерши клеточки со всего лица. И важно еще, когда мы это все делаем, да? Не забывать о том, что у нас еще есть шея. А як же? До речі, как раз хотя бы... шеї можна видно побачити, скільки людині років. Да, так? Да, да. Поэтому обязательно не забываем о том, что у нас помимо лица, то есть мы привыкли макияж наносить на лицо, смываем макияж с лица, а за шею чаще всего забываем, хотя она у нас тоже всегда на как бы открытом воздухе, да, как бы в ней скапливаются токсины и так далее. Соответственно, умывая лицо, мы точно так же можем и умыть шею, да, как бы обязательно. Можно и декольте, если это позволяет, как бы, если вы находитесь в ванной. Соответственно, после того, как мы скатали или пилингом гамажиком, или энзимный пилинг положили, подождали в тепле, смыли его потом, у нас кожа начинает уже моментально сиять. И тогда вот после этого этапа уже актуально сделать маску красоты, потому что кожа гладенькая, на нее
ну, очень так вот со всех сторон. Она сможет впитать маску красоты. Вот. И тут хочется очень сказать, что есть экспресс-уходы. И зачастую девочки очень быстро смывают макияж, там тоник быстренько, в лучшем случае крем, и ложатся спать. Вот тут самое главное во всем остальном, то, что идет после очищения, то есть не имеет смысла никакая маска, никакой крем не имеет смысла, если вы не уберете хотя бы раз в день вечером эпидермис. Так, тобто це треба зробити, так? То есть это обязательное условие, потому что если этого не сделать, то никакая маска красоты, никакой крем, как бы он не впитается, не даст ту нужную, как бы, те нужные, как бы, компоненты, которые в нем есть. Ой, Наташка, хотіла запитати, якщо, наприклад, у нас є, ну, це ж повинні бути якісь домішки, так, які знімають, так? Те, що дозволяється, а якщо, наприклад, це можуть бути якісь мілко подріблені кісточки, наприклад. Може бути як домішка, але я так розумію, що це повинно все бути у складі якогось засоба. Звичайно, власноруч це робити небезпечно, бо можна пошкодити собі шкіру. Я, к сожалению, да, не владею такой информацией по домашним средствам, по бабушкиным рецептам, потому что у нас сейчас в мире много профессиональной косметики, которая как бы точно не навредит. Тут самое главное, не навредит. И я не очень люблю скрабы, потому что они могут разрушать немножко больше эпидермис, чем нужно. Соответственно, после него кожа может тоже опять же шелушиться. А мы всегда хотим, чтобы она не шелушилась и ровненькая была. То есть даже если мы наносим потом макияж, чтобы все гладенько у нас накладывалось, чтобы как бы, да, было ровненькое-ровненькое. Поэтому к скрабам немножко аккуратнее. Не всем они подходят. У многих людей большие широкие поры. В эти поры попадают и частички скраба, если он очень мелкий, например. То есть скрабами аккуратненько. А по поводу засобов средств, которые, допустим, там спонжик и так далее, идеально вообще, идеально пользоваться руками. У нас у всех есть руки. Ну, во-первых, ваши руки тоже будут выглядеть хорошо. А какая чутливость? Вона ж повинна теж бути. Якщо ми пальцями, ми ж відчуваємо свою шкіру, ми, так? Ми обязательно, мы чувствуем, да. Мы можем промять некоторые мышцы, которые у нас за день, допустим, устали, да. То есть это такой самомассаж, который, ну, делает только лучше. Наталочка, я пропоную пригоститись чаєм, будь ласка, так? Дякую. Будемо пити чай і спілкуватися, насправді. З приводу тих інших засобів, які нам допоможуть гарно і сяюче виглядати, от найголовніше – це от те вже, що було сказано, так? Це воно. А потім далі вже можна працювати над станом своєї шкіри. І кажуть, оці от масочки, вони дуже допомагають впоратися з різним таким змуреним, виглядом, наприклад, з таким синячками під очима. І з приводу синячків дуже часто ти чуєш від багатьох жінок, що от, ну, синяки є, ну що зробити, так? Треба їх або лікувати, або замаскувати. Так от, найперше, що роблять, це другий варіант – маскують. К сожалению, да, к сожалению, так складывается, что синяки не проявляются за один раз, за один день. Поэтому, если эта проблема беспокоит уже давно, то, конечно, лучше всего проконсультироваться со специалистом и искать причину возникновения этих вот синюшностей под глазами. У нас у всех там тоненькая очень кожа, вот, все это просвещается, мы еще славяне в основном, и просвещается все достаточно быстро и вроде как в молодом очень возрасте. Сказать, что нужно высыпаться, пить много воды и так далее, можно, конечно, сказать, но над этим нужно работать ежедневно, да. Вот, лучше всего, конечно, проконсультироваться со специалистом и выяснить причину возникновения этих синюшностей под глазами. У нас еще бывают отеки. Вот, и тоже очень часто перед праздниками все переживают по поводу этих отеков. Но отеки у нас чаще бывают после праздника. До речі, з приводу того, що ж робити після свят і як потім працювати зі шкірою, це окрема тема, але ми, я так сподіваюся, ще торкнемось і її. От спочатку ми розберемо, що робити до, аби гарно виглядати на свято. Ну, тут хочеться сказати, що після того, як ми добре кожу умили, і у нас є можливість, у нас є якась маска домашня, то має, звісно, смисл її нанести, якщо ви добре умили кожу. І тут дуже важливий такий нюанс. Желательно для маски найти 15-20 минут времени и все-таки полежать. Ага. Потому что, когда мы очистили... Не так все просто. Не так все просто в экспресс-уходах. Почему? Потому что, на самом деле, очень часто бывает, маски имеют такую более тяжелую текстуру. Вот. Соответственно, когда мы наносим масочку на все лицо, мы, если мы не ложимся, а стоим, соответственно, маска тянет все лицо вниз.
И как бы эффекта такого вау от маски сияния, чтобы получить лифтинг, чтобы получить тонус кожи, не может происходить. Соответственно, идеальнее, когда мы уже нанесли маску, мы ложимся с ней и полежим хотя бы 15 минут. Угу. Ну так, 15 хвилин потрібно полежати, і нам буде краще, і взагалі будь-які засоби, і таке наше швидкоплинне життя, все це дуже пов'язано між собою. І насправді людина повинна замислюватись над тим, як вона живе, це в першу чергу, так? Бо від того залежить і стан шкіри теж, обов'язково. Якщо ви звикли ночами не спати, то не дивуйтеся, що буде зі шкірою біда, так? Якщо ви звикли, наприклад, палити, то теж будуть проблеми. Якщо ви звикли, наприклад, там їсти усе, що вам доведеться їсти, то теж будуть проблеми. Тобто про все це ми пам'ятаємо. Да, есть... И разумеем, что нам потребно работать. Есть факты, то есть если вы пьете воду ежедневно в норме, если вы не курите, например, а кожа все равно у вас сухая, тогда, конечно, идеальнее сделать что-то по уходу за лицом, потому что это поможет, если вы знаете, что вы этого всего не делаете. Если же, опять же, у нас мало людей, кто ходит по свежему воздуху, в основном все сидят в офисах, сейчас воздух пересушенный, большинство сейчас людей имеют сухую кожу, склонную к сухости. И такой домашний уход с маской, как бы с правильным очищением и маской – прекрасным будет заменителем, и перед праздниками это будет идеальный вариант. Давайте поговорим, что мы будем делать после маски. То есть идеально, если мы делаем маску, после маски ее смыть, естественно, и нанести тоник. Опять же, тоник можно нанести сначала на руки и такими вот движениями внедрения. То есть нам очень важно сейчас, перед тем, как мы наносим сыворотку или крем, чтобы у нас была на коже хорошая pH. Та, которая ей нужна. То есть, если мы делаем маску, мы делаем тоник после маски. Если мы маску не делаем, то мы делаем тоник после очищения. И тогда наносим крем или сыворотку. Ось, яка тільки корисна порада, бо з тоніком взагалі дуже часто люди інакше поступають, так? Спочатку ми змиваємо макіяж, потім там наносимо молочко, а потім тонік. После молочка. Но, так? А тут выходит, после маски треба наносить тоник. Но, так? Если вы делаете маску, то после маски. После тоник маски. Всегда наносится, это такое правило, тоник всегда наносится перед тем, как вы наносите сыворотку или крем. Вот, поэтому тоник нужно перед этими процедурами делать. Тоником можно пользоваться и утром, до дневного крема. Поэтому, в принципе, тоник очень важен здесь, потому что он выравнивает pH. То есть все эти очищающие средства, как бы все это мы смываем, как бы делаем маску, все, а потом выравниваем pH, и тогда вот этот крем или сыворотка идеально проникает, идеально дает питательные компоненты нашей коже, и мы выглядим прекрасно. Так, ну це можна ж помітити. За декілька процедур ви вже будете виглядати краще. Ну от якраз залишається тут більше тижня до Нового року. Да. Якщо ми кожного дня будемо пропрацьовувати свою шкіру, мабуть, результат буде видно вже. Да, масочку можна 2-3, 2-1 раз в неделю делать, а умываться, конечно, идеально будет ежедневно. И не только до праздников, а и после. Так, після свят. Що ж відбувається з нашою шкірою після свят? Ну, припухлість може бути, так. Ми цілу ніч, усю ніч будемо святкувати, так, ми святкуємо. Потім, і це ж не одне свято, можемо кудись поїхати, теж десь, можливо, в переїзди, інший клімат. І усе це впливає теж на здоров'я нашої шкіри. Тобто ми повинні розуміти, що ось тут не експрес-догляд повинен бути, а отут вже якісь інші, серйозніші засоби треба використовувати. Так от, які? Первое, что можно сделать после праздников, конечно, во-первых, согласиться с тем, что ладно, вот, потому что острая пища, пряная пища, жареная пища и алкоголь, естественно, ну, моментально отражается, да, моментально, и недосып тоже, вот, моментально, да, оказывает такое влияние, как не очень приятное. Первое, что мы можем сделать, проснувшись утром, это, наверное, интоксикацию какую-либо, да, то есть в плане того, чтобы, например, принять горячую ванну, попарить вот кожу, да, как бы все тело и так далее, потому что снять отечность зачастую и токсины вывести из организма помогает большое количество воды. Вот, то есть даже можно сказать, ходить в баню, и такая традиция раньше была. Зараз стільки є варіантів, така кількість бань. Вот, тем более. Поэтому, ну, в баню, естественно, идти там зеленым чаем и водичкой, да, как бы, а не праздновать дальше Новый год. Вот тогда через интоксикацию, через кожу, через поры выведятся все токсины, которые вы кушали или пили, вот, и кожа значительно станет лучше выглядеть.
Так, ну ти з баною, ми вже зрозуміли, лазня і усі процедури, які з нею пов'язані, чи там бані, так, вони ж пов'язані взагалі з усім організмом. Тобто ми виведемо токсини з усього організму, наша шкіра почне дихати, і тоді ми можемо наносити вже ті засоби, які ми звикли наносити кожного дня, так? А от, Наталочка, хотіла запитати, якщо зранку є люди, які льодом протирають обличчя, їм це підходить, і це дуже добре, є таке, так? Звісно. А якщо травичка, наприклад, заварена, якась свіженька, влітку, це теж дуже добре. Що можна взимку придумати? Чи є лід, справді, часто взимку людям не дуже підходить, бо холодно і так на вулиці. Можливо, щось інше є? Ну, не придумали нічого другого. Вот. То есть, суть в том, чтобы очистить кожу от токсинов, это контрастный душ. То есть зимой он просто может быть не такой контрастный. И вообще, в принципе, люди подразумевают под словом контрастный, это когда очень горячее и очень холодное. А ведь можно сделать всего лишь пару градусов, и это будет для кожи уже полезно. Соответственно, мы можем кубиками льда не протираться, как вот мы летом это можем сделать, а очень аккуратненько, так, ну, недолго, не задерживая, да, ни в каких областях. То есть очень аккуратненько. И такой же отвар из трав можно сделать, и чтобы на утро уже лежали кубики, потому что утром после Нового года, однозначно, это всем пригодится. Якщо, наприклад, судини дуже близько знаходяться на поверхні обличчя, то деякі засоби нам взагалі можуть не підійти. Ну, наприклад, льод. Нет такого противопоказания. В принципе, тут самое главное не передержать, вот, и вовремя, как бы, то есть не переохлаждать просто кожу. Вот. Если эта температура будет не критичная, разница между теплом и холодом, то, в принципе, для сосудов это даже полезно, потому что они таким образом закаляются. Ну, можливо, так. И мы зробимо все так добре, щоб наша шкіра на майбутнє мала інший тонус. А чи бували такі випадки, коли людина мала таку вже шкіру, ну, наприклад, з віком, так, яка вже почала десь в якихось місцях давати знаки старіння. А тут от з доглядом і правильним доглядом людина починає виглядати на 10-15 років молодшою. Чи було таке, чи можна, звичайно ж, звісно, отакими нашими природніми засобами покращити стан своєї шкіри, еко-засобами? Ось це я маю на увазі. В першу чергу, так, да, скажу так, на мінус 10-15 років – ні. Но в любом случае, первое, что хочу сказать, это то, что не бывает омоложения. Это как бы миф, это такой как бы маркетинговый ход. То есть, но у нас есть все для того, чтобы продлить молодость. То есть мы не можем вернуться минус 10-15 лет без хирургического вмешательства, но у нас есть все средства, в том числе и умывание ежедневное на самом деле. Потому что после 25 лет, когда вот эти кератиноциты собираются на нашей коже, из-за этого она становится морщинистой, из-за этого появляются пигментации, потому что даже солнце не ровненько ложится на нашу кожу. Вот, соответственно, правильно очищая ее ежедневно, мы просто продлеваем себе молодость кожи. И это вот такое, знаете... Ну, такое просили, универсальное да? средство, то есть, ну, как бы, дальше уже, конечно, о красоте не спорят, потому что кому-то нравится ходить с морщинами, кому-то не очень. Мы все равно будем с возрастом менять как бы свойства кожи, но тем не менее можем ее подготовить к тому, щоб вона красиво старіла. Так. Гарно старіти – це значить бути молодою довше. Так. Так, якщо ми так розглянемо це питання. А от молоді дівчатка, які там мають, не знаю, там 16-17 років, часто дивишся, у них дуже багато косметичних засобів на них. Вони переобтяжують свою шкіру. Я помічала, не знаю, чи видно це фахівцям-спеціалістам, мабуть, ще більше видно. От, але є на сьогоднішній день ось така тенденція серед молоді, так? Це те, що зараз робиться з губами, наприклад, у дівчат і так далі. Тобто, що нам краще зробити для того, щоб наша шкіра була молодою довше, так? І щоб молоденькі дівчата навпаки цінували і берегли те, що в них є? Я думаю, в первую очередь, зависит все от окружения этих деток, потому что родители должны доносить информацию о том, что мы все люди, и мы родились, какими мы родились, и полюбить себя нужно такими, какими мы есть. Если есть какие-то проблемы, есть психологи, есть дерматологи, да, как бы, которые акне лечат. Все реально. Но, конечно же, на первый взгляд, что хочется сказать, что чем больше маскировать недостатки, да, ведь изнутри все равно как бы, они вам не нравятся. Какой тогда смысл их все время маскировать, если можно их вылечить.
Так, правда. Вот, поэтому, конечно, беседы. Тут родители должны оказывать такое должное как бы воспитание, потому что, опять же, чаще всего они берут с нас пример, наши дети. Вот, если родители не разбираются в этой ситуации, тогда, конечно, можно обратиться к специалистам. Вот, и потому что жалко девочек, которые в 16-17 лет уже хотят себе, да, изменить черты лица, как бы, да, исправить себе губы и так далее. Но одно дело, когда это недостатки, как бы, не эстетические, как бы, с рождения, например, а другое дело, когда просто потому, что социальное окружение это диктует моду такую. Потому что сегодня будет в моде одно, завтра будет в моде другое, а воспринимать себя и любить таким, каким мы есть, мы должны всегда. Ну, справді, якщо косметологи про це зараз говорять, лікарі говорять, наголошують, чому нам потрібно себе псувати, нам же все вже дали, нам природа дала усе для того, щоб ми мали можливість повноцінно жити і кожного дня радувати інших, так? Так, і себе, звісно ж, в першу чергу. Тому я так сподіваюся, що дівчата, послухавши нашу з вами програму, вони будуть розуміти, що вони гарні і так, від природи. І треба просто у себе, якщо є недоліки, просто їх трошечки десь там заховати, так? Але не більше. Так. Ну і наостанок, Наталочка, побажання, так? Що можна сказати людям, які розуміють, що ось-ось вже свята. Хочется сказать, что даже если нет возможности сходить на какие-то процедуры, на какие-то курс процедур там, и так далее, то это совершенно не проблема, потому что есть другие выходы. Соответственно, достаточно будет, возможно, кому-то одной консультации для того, чтобы грамотно расписать домашний уход. А ведь от домашнего ухода 70% здоровой кожи. Поэтому хочется всем пожелать, чтобы все умывались, умывались грамотно, потому что от этого зависить наше сіяння. Так, ну що ж, дуже гарна порада сьогодні прозвучала. Я дуже дякую, Наталочка, що сьогодні було стільки всього озвучено, сказано. Справді, потрібно працювати, хоча б трошки виконувати з того, що є, і з того, що ми запам'ятали, наша шкіра буде гарною. Ми будемо щасливі, будемо сяяти, і насправді і свята, і кожен день для нас буде лише в радість. Ну що ж, а ми зустрінемось з вами за декілька хвилин. Yeah.